Анонс первой серии сериала «Магистраль». В центр одного из крупнейших в стране железнодорожных транспортных узлов приезжает майор Олег Громов, начальник службы безопасности железнодорожного узла «Саныч». Сразу же предлагает Громову возглавить отряд группы быстрого реагирования. Но у него совсем другие планы, ведь столицу ждет интересная и высокооплачиваемая работа. Однако все меняется, когда «Саныч» становится жертвой покушения. Громов остается и возглавляет ГБР с помощью своих новых подчиненных, а также следователя Дмитрия Куликова и психолога Ирины Тихоновой. Начинает собственное расследование. Ему придется столкнуться с опасным врагом, который готов на все, лишь бы вся правда не всплыла наружу. Посмотреть первую серию вы сможете уже 9 декабря.